Организация стран-экспортеров нефти близка к своему распаду. Такое мнение высказал экономист Арман Байганов. Он отметил, что ОПЕК+ уже не в состоянии регулировать мировые котировки. По словам эксперта, ценовая война может продолжаться до тех пор, пока большая часть нефтедобывающих компаний не обанкротится. А это, в свою очередь, приведет к дефициту черного золота на рынке и к новому взлету цен. Однако страны, экономика которых сильно зависит от нефтедобычи, могут понести большие убытки. Это можно даже отметить, что это, возможно, даже начало конца будущего самой организации ОПЕК. Сейчас пойдет принцип домино. Сейчас в данной ситуации выживут сильнейшие нефтяные компании. Каждый будет стараться максимально добывать. Тот же, возможно, Саудовская, Ирак начнет максимально добычу. И здесь ситуация возникла, как бы то, что было в 2016-2015 году, когда нефть доходила до 30, даже ниже падала краткосрочно.